Так, как вас зовут? Меня зовут Татьяна Ивановна Юкунина. Я работаю в этой библиотеке. А библиотека номер какая она? Библиотека номер 6. Это филиал Центральной городской библиотеки имени Шукшина. Татьяна, и получается, у вас каждый год такие вот мероприятия? Ну, у нас более масштабные даже мероприятия. Просто сейчас, учитывая, наверное, пандемию и вот зимний период, мы по-другому немножечко переоформили это мероприятие. Ну, а внутри помещения у нас проходит, естественно, ясно. Так, хорошо. Вас как зовут? Добрый день. Меня зовут Ишкова Елена Владиславовна. Я председатель ТОС Андреевский, на территории которой мы сейчас находимся. То, что вы сейчас видите, это сделано руками наших жителей. Скажите, ну, очень необычно придумали. Мы старались. Что из мешков такие сделали чудеса? Как идея возникла такая? Такая идея возникла, конечно, это интернет замечательный. Что можно сделать своими руками, не так затратно, да, без денег, можно сказать. Это наш тоже сделал, житель нашего района из дерева сделал. Вот это и вот это, да, этот снеговик сделал. А здесь нет мешка. Остальное сделали я и еще двое наших замечательных многодетных, многодетные все родители. Сделали мы эту площадку, облагородили возле библиотеки, поставили все вот эти тренажеры. И не каждый год в зимнее время мы это делаем. Но в этом году мы стали участниками этого мероприятия. Скажите, пожалуйста, я понимаю, что это тоже микрорайончик определенный. Скажите, а вот собираются люди, приходят сюда, вот, особенно когда каникулы, когда, вы знаете, когда после 12 ночи 31-го сюда не собираются, ничего не это. Но мы впервые сделали именно здесь вот такое. После 12 ночи мы делали в другом месте горку. Просто. В связи с тем, что горки сейчас отменили, мы решили, что именно новогодний уголок должен быть где-то. Ну а где центральная наша вот эта зона, это библиотека. Здесь и много детей, здесь и взрослые люди приходят. Летом мы собираем более 100 человек. Мы раздаем подарки, более 100 подарков. Вот сейчас у нас не будет здесь, как бы, да, а летом там мы собираем, у нас ежегодный есть план, как бы на год, мы его реализовываем, и у нас есть тут и фотографии, нам, конечно, помогают наши депутаты. А кто у вас на депутат на округе у вас? Илюченко Татьяна Викторовна, нам повезло. Вам повезло. Вот вы знаете, у нас дело в том, что это еще не законченный вариант. У нас послезавтра будет мастер-класс с детьми, с нашими. Да. И мы будем делать игрушки, снежинки вырезать. И то есть нам хотелось, чтобы дети еще приняли сами участие в облагораживании. Вот но детки участка. С удовольствием откликаются? Конечно, да, у нас...